очень молодая компания подобралась в спортивных парах в первой группе участников. В частности, Евгения Башина и Дмитрий Шеремет попадают в среднюю такую составляющую возрастную первой разминки. 2009 года рождения партнерши, 2005 Дмитрий. Они представляют Санкт-Петербург и тренерский коллектив Константина Безматерных и Александры Зварыгиной. Тут излишне, наверное, говорить. Вы сами прекрасно видели, что слегка подотстали при исполнении дорожки шагов спортсмены от музыкального сопровождения к этой программе. Очень такая темповая, скоростная, требующая хорошей функциональной подготовки музыка. Но и в целом максимально старались соответствовать этому настроению Евгения Башина и Дмитрий Шеремет. По большому счету, так же, как и предыдущие пары, справились с большинством прыжковых, не только прыжковых, в принципе, технических элементов. Единственное, что это большой достаточно недокрут, мне показалось, был при исполнении акселя в 2,5 оборота у Жени Башиной, ну и при приземлении с Райного Ридбергера на выбросе спортсменка слегка подстраховалась, чуть-чуть буквально едва заметно, но все-таки подставила вторую ногу, а в целом все остальное было сделано здорово, на хорошей скорости, с хорошим настроением и с попыткой соответствовать тому образу, который выбрали тренеры и постановщики для этой программы.